Какое животное тебе нравится больше всего? Я люблю животное кошку, потому что она такая ласковая. Гепард, потому что он быстрый. Льва, потому что он король всех зверей. Белка, потому что она умеет прыгать по деревьям. Собака. Это друг человека. Волк. Потому что он выносливый. Крокодил. Потому что он шершавый. Собака. Потому что это самый верный друг человека, и он помогает своему хозяину. У меня самое любимое животное – это кошка. Потому что она ловит мышей. Хомяк. Потому что они маленькие и миленькие. Какой характер у этого животного? Спокойный, агрессивный. У него скорость больше автомобиля. Настроенный. Класс. Прыгучий. Бывает злой, бывает добрый. Иногда агрессивно ведут себя, иногда ласково. Быстрый, ловкий. Хитрый. Хулиганистая. Она игривая, агрессивная. Злой. А почему? Потому что он всех кушает. Добрый, пушистый, ласковый. Хотел бы ты стать этим животным хотя бы на один день? Если да, то что бы ты сделал? Ну, наверное, все-таки да. Ну, потому что она такая, ну, милая, красивая. Я бы с своим хозяином играл. Ну, да. Даже не на один. Я бы бегал и охотился. Хотел, поливал всеми зверями. Защищал дом. Да. Я бы ловил мышей, ел колбасу. Я всех кушал.